Ребята, всем привет, с вами Ангелинка, и сегодня я снимаю видео «Ожидания против реалий». Пока не включайте, это будет очень веселое и смешное видео. Итак, давайте наберем поскорее 35 подписчиков, и будет очень клево, потому что для меня это очень, правда, значимо, и я этого очень безумно хочу. Это видео по просьбе Лили Сайфетиновой вроде. Она писала в комментарии. Вы также можете писать любые комментарии, нравится, не нравится, что снимать, что не снимать. Ну а мы начинаем ожидание. Так, ну что, помойся. Вау, как у меня. Сделаем чуть потеплее. Хорошо. Реальность. Какая вода холодная, потому что чуть потеплее. Боже, тебе так! Ожидание. Отличная уборка. Так, ну как у нас так в номере? Какая красота, как все красиво и чисто. Реально. Так, ну что, можно прилечь хоть на чистую кровать. А, что? Ожидание. В отеле куча всяких в номере тапок, полотенец и халатов. Ой, блин, я забыла халат себе и тапки. Ты знаешь, в отеле всегда есть тапки, полотенца и халаты. Посмотри в шкафу. Правда, такие хорошие. Реальность. Так, ну что, что-то мне очень холодно что-то. А... Как? Нету? Печалька. Ожидание. Хороший, тихий сон. Ох, как хорошо, ничто не мешает спокойно поспать. Реальность. О боже, когда выключат эту музыку, я так хочу спать. Ожидание. Мягкая постелька. I believe I can fly. Реальность. Believe I can fly. О, как больно. Что за ужас. Мы прикладывались, надо попить чай. Ожидание. Ну, наконец-то можно взять любой чай, заварить себе его, не потратив ни копейки. Реальность. Пойдем. Что, 1 евро, 2 доллара? Что? Ну, это все на сегодня. На самом деле, это видео не несло то, что Вояж Блек ужасный отель. На самом деле, Вояж Блек это самый очень хороший отель. И это было просто для веселья. Это не несет, я не несу ответственность за себя. Это было просто весело. На самом деле, ожидание это реальность, реальность это ожидание. Та-дам! Всем пока, с вами была Ангелинка. Всем пока, я вас люблю. Давайте набирать подписчиков 35.